Яңалық телевидениеха эфирында башқыр тілінде әдірленген яңалықтар сығарылшы. Студияла Лиана Билалова хаумығығыз. Районыбыздың иң әудім тәрбиесілері спорт нормативтарын беруді дауам етә. 15 сентябр 8-ші һәм 9-ші ханлы балалар бақсақы хызметкердәрі үсін ханаудар өтті. Готовы? Ноги по ширине плеч, руки на пояс. Бірнесе сағатка іштерін қалдырып, тәрбиесілер стадионға юл тұтты. Бында тренер менен зарядка өтті. Шунан хын педагогтар норматив тапшырыға тұтынды. Бірінсі хынау 60 метрға қысқа дистанция. Унан хын бүтті қатнашушылар 2 километр трассыға сықты. Оңайлы хауа тұрышы, саф хауа, ыңғай ел. Югіру дистанцияға метрін еңірге ярдам етті. Шунан хын бүтті хілі спорт залына юнәлді. Бында тағыла 4 хынау өтәхі бар ене. Сегодня в нашем центре тестирования ГТО мы продолжаем прием норматив ГТО у сотрудников детского сада. Сегодня пришли пройти испытание сотрудники 9 и 8 детского сада. До этого мы уже приняли у сотрудников 16, 6 и 7. И также детский садик Кояшкай, деревня Истяк. Все они тоже сдали уже все нормативы. Сегодня сдают бег 2 километра, короткую дистанцию, также поднимание туловища, сгибание, разгибание рук, наклон, прыжки в длину. Қатнашушылардың көбісі бұл хынаударға алдан әзірленген. Яхшы хөдімтә көрсәтер өсін күнеккендер. Сегодня мы 9-й садик пришли сдавать ФСК ГТО нормативы. Нас пришло 19 человек. У нас настроение хорошее, боевое. Мы все надеемся, что мы все получим эти значки. Каждый год мы также сдаем с детьми. Наши ребята постоянно получают значки, золотую, серебряную и бронзовые значки. Со спортом я дружу, занимаюсь в свободное время дома. Иногда прихожу заниматься сюда, в ФОК. Пришла сегодня с хорошим настроением, сдала бег, метание. К спорту мы приучаем и наших воспитанников, но так как у меня первая младшая группа, они еще малыши, потихоньку развиваем их в этом направлении. Бүті ғынаудар дауамында қатнашушылар яқшы кейфте болып, бір-бірігінің көңілін көтеріп тұрды. Иң яқшы спортсылар значок мінен бөлекленді, алтын награды тілеушілерге бассейнда нормативтар беруге тура келе. Пандемия башы менен коронавирус ұсырағы расланған пациенттар ханы Башқыртыстанда 7417-нен артық кіші тәшкел етті. Біз районыбыздағы хәлді көтәтуді дауам етебіз. Бұның тұрағында толығынса табип-эпидемиолог Гүлсесәк Нұрлина хүйләп өтесәк. По состоянию на 17 сентября в Янаульском районе зарегистрировано 386 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них два пациента со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. Шесть пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамска. В республиканские учреждения продолжают лечение один человек. 21 пациент находится на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 344 пациента, что составляет 90% выявленных больных. Итого на данный момент в районе 30 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине под наблюдением на 14 дней находится 67 контактных лиц. За весь период зарегистрировано в районе 52 семейных очага, где заболели коронавирусной инфекцией 126 человек. Все подразделения Янаульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенная готовность. Ежедневно не менее 50-60 заборов мазков на COVID проводятся в поликлиниках района. По предписаниям территориального отдела Роспотребнадзора обследованы контактные учащиеся и сотрудники коррекционной школы и контактные учащиеся и преподаватели первой школы. Эти все исследования были проведены на этой неделе. За период с 14 по 17 сентября в районе выявлены 17 новых случаев COVID. Из них один школьник и один воспитатель коррекционной школы. Контактные дети направлены на самоизоляцию.
Еще раз мы напоминаем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию. При необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью. Будьте здоровы! Грипка каршы Башкортостанда 287 кеше прививка койдырган. Бүтөһү түбөктө буылды 2 миллион кешеге прививка кою планлаштырыла. 516 000 доза ханында беренсе партия вакцина 25 сентябрга тиклим тамамланасак. Үсүнсү класс укуусуу Тимур Камалов куркандар ретинен түгел. Спорт менен шугулланган әүдүн малайды прививка менен гына куркутуп болмай. Бүгін де ол бүті ғайлығы менен балалар поликлиникахына келген. Педиатр хығым таяхай, пациент тада. Тимәк, вакцинация өткәріге ин оңайлы вақыт. И это очень не больно. Я ничего не почувствовал. Я мечтаю стать полицейским. Здоровым, сильным, смелым. У нас поступила вакцина «Савигрип». Поступила она в пятницу в количестве 2248 доз. Это пока первая. Первый тур вакцинации, так намеревается поступить более 5000. Эти дозы пока разбирают школы, садики, ФАПы и также детская поликлиника. Можно поставить, кто не смог поставить и кто не по уважительным причинам не поставили в садике, в школе, могут прийти к нам в детскую поликлинику через педиатра в любое время до 5 часов. Можем поставить. Грипка каршы вакцинаның бірінсі партияхын яңауылылар үсінсі сентябр алды. Халықты вакцинациялау үсін бір несе бригада ұйыштырылған. Бүгінгі күнде прививка районда 4000 кішіге қойылған. Олардың көбігі профилактик прививканы ел хайын қойдыра. Прививку от гриба я каждый год делаю. И всем советую делать. Не болею я с гриппом. И чувствую себя отлично. Исегетге түшіребіз, вакцинациялау 6 ештен алып балаларға, оқушылар хам студенттарға, медицина, тұрлақ коммуналь хұжалығы, транспорт, білім беру, хызметкердәрі 60 ештен үлкен болғандарға хам ауырлы қатындарға тейшілі. Әмі шақси гигиена тұрақындала ұнытырға керекмей. Профилактика саралардың біріхі А, Б, С, Д витаминдарын әсу, бүлмей елету, ейіштіру, дүріс юқы хам туқлану режимі, хам спортменен шығылләну. Иртеменен 15 сентябр муниципаль учреждениеларды комплекслы хызмәтләндерү үзәге коридорларында күп кенә кеше йылды. Нәкъ сәгать 11-дә тревога кнопкаһы эшләй башланы. 200-дән ашыу кеше бер нисә минут эчендә кәрәкле әйберләрен алып, бөтә хәвефсезлек сараларын үтәп үҙ эш урындарын ташлана. Эвакуациянан һуң шунда ук теоретик өлешкә күселде. Шулай ук бында янгынды искәртү төркеме лә катнашты. Улар тәкъдимдәренә автомобильде дөрес парковкалау талаптары ла инә. Улар бинанан 20 метрдан да кем булмаган алыслыкта куйылырга тиеш. Сегодня у нас прошли практически тренировки по эвакуации людей из здания МАУЦКОМУ, Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений. Данное мероприятие проходит в год в два раза, то есть весной и осенью. Вот сегодня в осеннее время провели данные тренировки. Тренировки прошли успешно по эвакуации, то есть все сотрудники вышли. Это у нас на сегодня 250 человек были эвакуированы сотрудников данного учреждения и 23-25 посетителей. Да. То есть замечаний по эвакуации на сегодня не было. То есть все двери были закрыты, прикрыты, окна тоже все сотрудники в учреждениях были закрыты. Замечаний не было. Гөйлә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә бишек, минең халкымның бишек ярлары дип аталган яңа проект старт алды. Проектта Башкортстан Республикасы башлыгының дәүләт телләрен һәм республика халыктары телләрен һаклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән грантка Тамыр балалар яшүсмерләр телеканалы һәм Әсе йөрәге әсәләр советы тормышка ашыра. Был проект сектәрендә 3 номинацияла булган ижади конкурс үтә. Беренсе бала башкарган бишек йыры, икенсе бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры, өсөнсе бишек эшләү остаһы. Конкурста катнашучылар менән бергә социаль роликтар, фильмдар һәм передачалар төшерү планлаштырыла. Балалар сәнгать мәктәбе укытучысы Хәлисә Насибуллина бала һәм өлкән кеше башкарган бишек йыры номинацияһы буенча һайлап алу турын үткән. 7 сентябр конкурсант турағында передачи түшіру өтті. Бұл проект ноябр айы Әсәләр күні ғайлә байрамында тамамланасақ. Бұл күнді гала-концерт, бишіктәр көргәзмәһе һәм фото көргәзмә үтәсәк.
Проект «Юмақтары» бойынса документаль фильм һәм аудиоальбом сығараласақ. Ну, колыбельные песни, колыбель моего народа, это, во-первых, это фольклор. Это башкирские народные устные творчества. Это же давно забытые уже. Надо вспомнить уже, мы должны знать прошлое. Если мы прошлое не будем знать, значит, у нас будущего нету. Поэтому я у детей спрашиваю, как вы, у нас башкирская музыкальная литература, мы проходим именно народное творчество, знакомимся с песнями, вот этими колыбельными песнями, обрядовыми праздниками. И с детьми я увидела ВКонтакте вот этот вот проект, новый проект, «Бишек Зурдыня Айшик», «Колыбель моего народа» стартовал, потому что в этом году уже фольклориада, так ведь, должна была быть. Ну, поэтому мы решили как бы попробовать свои силы. У детей все-таки багаж есть, они понимают, потому что мои ученики, которые уже и Озунки, и Рендек Молнары еще в других конкурсах участвовали, они уже адаптированные, понимают историю башкирского фольклора, и поэтому решили участвовать. Бишек – это значит, где наши нанеляр, зуретеляр нас вырастили, Бишек, так ведь? А сейчас частная молодежь, они не знают, что такое Бишек. И вот сейчас они вспомнили, я им объясняю. И мои дети, вот у меня сын тоже рос Бишек-те, и мои многие ученики, я спрашиваю тоже, они знают, что такое Бишек. Вот это начало человеческой жизни, все там складывается. Таких колыбельных песнях. Мы делали уголок, повесили бишек, который туда положили ребенка, как бы куклу уж. Потом обрядовые эти пано, которые повесили, и всякие рукодельничьи работы, которые собрали уж, все собрали. Песни, колыбельные песни учили, каждый день репетировали с каждым ребенком. Они как бы спектакль сделали, сначала один ребенок начинает, потом вдвоем продолжает, потом коллективно, вот так вот. Они очень, им понравилось вот это вот действие, которое и отправили. И получилось, вот мы прошли. Үсінсі ел яңауы спортсылары түбәк үсмірдәрдің баскетбол лига ойындарында әуізім қатнышы. Әмі бұйылды эпидемиологик халықақында ойна бітір алманылар. Әгерді әлік дүрт тұр үтхәлер, бұйылды үз тұрдан хұң юмақтар яқырға тұра келді. Біздің спортсыларға ол Мишке ауылында өтті. Яңалы спортсылары бірінсі ұрынды яулап, Башқұртсына Республикахының ең күсілі командалары рәтіне енді. Башқұртсына Республикаха Баскетбол Федерацияға тренердар совет рейсі Александр Асокин оларды яқшы қыдымтелері мінен құтлап, хәр бір қатнашысыны сувенир тәрелкәхі һәм футболкалар мінен білікләне. Этот проект у нас в региональной мужской баскетбольной лиге существует уже 3 года, и город Янаул с нами все эти 3 года участвует в этом проекте. Благодаря этому проекту мы повышаем уровень баскетбола не только в городе Янауле и Янаульском районе, но и во всем регионе. Конечно, я видел игру команды города Янаула. Она в этом году пробилась в 8-ку сильнейших, но получилось так, что ситуация не только в нашей стране, но и во всем мире сложилось таким образом, что 4-й тур, финальный тур региональной мужской баскетбольной лиги этого сезона нам провести не удалось. И по итогам 3-го тура, то есть были распределены места. Мы рассматриваем вариант проведения региональной мужской баскетбольной лиги на следующий сезон, но, может быть, так как у нас сейчас внесены ограничения до 1 января 2021 года, мы рассматриваем вариант проведения после 1 января 2021 года. То есть, может быть, это будет формат маленько другой, не 4 тура, как в этом сезоне, в сезоне 2019-2020 года, а, возможно, это будет 2 или 3 тура. Но при этом у нас еще, кроме старших юношей, играют команды девушек. В этом году, первый сезон, мы попробовали запустить мальчиков 2009-2010 года рождения. Это был 3-4 класс, это был пилотный проект. Мы набрали 10 команд. Сейчас очень много поступает заявок на то, чтобы они, многие хотят принимать участие, опять же, в этих соревнованиях. Мы будем думать, как это воплотить в жизнь. Ұшының мінен яңалықтардың бүйінгі сығарылышы тамам, алда хізді хауа тұршы күті хау болығыд.
22 сентябрь күнді яңа ауылда хауа тұрышының бұлытлы болуы, ямғыр яуы күтілі. Елкін соғыштан секундына 3-5 метр тезілікте есе. Атмосфера басымы 746 мм. Хауа температурасы түнде 5-7 градус елі. Күнді 9-11 градусқа теклім елі боласақ. Республикалық ғадеттен тыш халдар министрлігі мәғлүматтары бойынса аядлы бұлытлы ямғыр, түнде хам иртен қар қатыш ямғыр яуы күтілі. Юлдың айрым участкаларында бұзлауық. Ел хигет 13 метр тезілікте есе, урнымнан күсеюсен. Хауа температурасы түнде 1-6 градус елі, хауала хам тұпрақ үсілігінде 3 градусқа теклім халқын күтілі. Күндіз хигет 13 градусқа теклім елі боласақ. «21 сентября. День воинской славы России. В этот день, 21 сентября 1380 года, в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергей Радонежский, Русь обрела независимость и единство». Бедро цыпленка 109 рублей, печенье посиделки на овсяное 39, а набор кукмара, сковородка и кастрюля 1699? Да! В честь дня рождения находка режет цены пополам. Акция действительна с 21 по 27 сентября. Подробности у консультантов. Магазин газового оборудования, большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу: город Янаул, Маяковского 14/3, территория СХТ. Номер телефона 8-347-65-55-50. 8-347-65-55-50. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402 59995. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту.